Так, что еще у нас есть в России? В России, конечно, и ты это знаешь, есть Сибирь. Сибирь. Ой-ой-ой. А где она? Вот здесь? Вот здесь? Где Сибирь? Где она? Сибирь. Где Сибирь? Где она? Сибирь. Сибирь – это вся вот эта часть России, которая находится в Азии. Часть азиатская часть России – это все Сибирь. Да, это все Сибирь. И здесь, и здесь, и здесь. Все это Сибирь. Сибирь, да, она большая Сибирь, но в Сибири есть части. Вот примерно так. Примерно так проходят границы этих частей. Есть Западная Сибирь. Западная Сибирь. Есть Восточная Сибирь. И есть Дальний. Далеко, далеко. Далеко. Дальний. Дальний Восток. Западная Сибирь, Восточная Сибирь и Дальний Восток. И границы, да, граница, граница, граница. Границы этих частей примерно проходят по рекам. По Енисею проходит граница между Западной и Восточной Сибирью. А граница между Восточной Сибирью и Дальним Востоком проходит по реке Лени. Вот, примерно так. А о чем ты думаешь, когда слышишь слово Сибирь? Какие у тебя ассоциации со словом Сибирь? Напиши в комментариях. Напиши по-английски, если хочешь, или, если можешь, напиши по-русски. Это очень хорошая практика. Пока-пока!